право, значит, вплываю в бассейн 45-летней давности в Москве, и называется он Москва. Его построили вместо храма Христа Спасителя, взорванного в мрачные годы. У тирана, деспота, диктатора, просто негодяя и его комарильи, был план тут воздвигнуть дворец Совета с гигантским лукичом наверху. В 60-е годы пустырь в центре Москвы казался неприличным. Спрашивали иностранцы посмелее: а это что? А это наш будущий дворец, самый высокий в мире. Декабрьский мороз. Из закрытой части бассейна выплывают тела на широкий круг под открытым небом. Густой туман стоит, пар плещется, слышится, иногда взвизги игры эротические каких-нибудь юношей с девушками. Если же снег идет, то в картине той феерической купаться странно и радостно. Глубина бассейна невелика, всякий может ногами достать дно. Слухи ходили, что тонут там люди. И неудивительно, сказал один верующий, на святом месте бассейн. Для любящих числа я добавлю пикантность. Цифровые значения славянских букв «Москва» дают сумму 333. Сложите «Москву» в кавычках, «бассейн» и «Москву» — город. Сколько? То-то же.